Сейчас давайте мы подпишем, потому что. Сергей. Так. Я сторонник. Сторонник шамана Александра Габы. Ага. Это от вам, него? Это вам письмо от его защитника Алексея Принишникова. Да, да, да. Вы, наверное, знаете, что он находится, да, знаю, в Новосибирске. Да, знаю, знаю. А вы, не подвергается смертельной там, опасности. Там есть телефон? А? Там есть телефон Пряничникова? Есть, конечно. Я ему позвоню. Причем завтра же. Да. 22 числа у Александра день рождения. У Габышева? Да. Ой. Пару слов. Не могли бы сказать в его поддержку? Ну, так я уже все сказал. Ну, поздравить его с днем рождения. Габышеву. Кстати, в одной из передач вы просили передать ему, что, да? Хотя вы атеист, считаете, да, конечно, его своим другом. Безусловно. Вот, ему передали, и от него пришла ответочка, что он тоже вас считает своим другом. Вот эту книгу, пожалуйста, подпишите другу Александра Габышева, угу. Рашиту через Т. Угу. Сейчас нас смотрят тысячи сторонников по всей России. Да, я подозреваю, вот, я что да. Передаю привет всем сторонникам Александра Габышева. Свободу Александру Габышеву. Уру Яйхау. Да. А это просто Сергею. Это мне. Хорошо. Счастливое уважение. И еще раз, да, и еще раз большущий привет от меня там. Может, пару слов сюда? Так я уже все говорю, что и в каждом выпуске, когда у меня есть такой повод и такая возможность, я вот позвоню, созвонюсь, наберу фактурки. Большое и спасибо. Да, 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 но он... Мое уважение. Для меня важный человек очень. Спасибо большое. Так, поехали дальше.